тут другие измерения. Просто мама, можно. Смотри, у меня ковер самолет. Мы на йоге в Голосеевском лесу. И кого я встретила? Настю. Мы не договаривались и не созванивались. И тут опа. Это Дима тебя направил сюда. Да, мы списались и договорились. И тут... Дим, ты присоединяешься к нам? И Анжелика тут. А вот Дима. Помните его? Со Шри-Ланки. Мы сейчас настроимся на предстоящую практику. Мы ждем Сергея. Чуть погрузимся в себя, помедитируем. Настроимся на свои потоки. Вот. И потом придет Сережа, и мы будем уже тренироваться, делать хатха-йогу, акра-йогу. Потом будет поедим. И все. И будем тогда расходиться. Окей. Тогда сядьте, как вам удобно. Можете даже лечь, если вы не заснете. Мы выпрыгиваем вверх тазом. Вот. И только после того, как мы стали ровненько, мы выравниваем ручки. Вот. Не забывайте про базу, потому что если база расслабится, то майер потянет на себя. Хорошо. Сходим мы как подтягиваем ручки и опускаем одну ногу. То есть можно так спрыгивать, конечно, мы подтягиваем ручки и сходим по одной. Мы сейчас упадем. Угу. Отлично. Класс. Пробуем одну ручку отпустить. А, мы сходили. Акра-йога. Вы пробовали? Нет. Давайте со мной. Ого, мужчина на девочку встал. Мам, ну давай попробуем. Что, ты... Нет, ты меня не удержишь. Почему? Потому что... Не, Никусь, я боюсь. Давай, попробуем. Давай кто-то сзади будет страховать. О, а теперь вводим одну ручку. Еда дает силу. На самом деле я поем. Вторую. Что? Подержи, я получается твою ручку взяла. А ты ее ближе. Осторожно, и упираться хорошо. Клетку вперед. Еще вперед, грудную клетку вперед. Спинку ровненько. Ой, какая красивая. Крепкие ручки, крепкие ножки. Все крепко. Только груда, действительно, вот эти руки. Еще вперед. Ого! Да, это я. Спасибо. Класс! Супер! О. Девочки, как вам йога? Ой, замечательно. У меня эмоций столько вообще. У меня аж руки трясутся от такой камеры. Да, я вижу. О, смотри. Ой. Все, это как бы еще считается разминкой. Но обычно делается на одну сторону и на вторую. Но мы, поскольку такие непостоянные акра-йоги, мы делаем только понемножку. Хорошо, друзья, давайте еще сделаем несколько подготовительных упражнений базовых для дальнейшей практики и приступим. Птичка, только птичку будем делать, положение птички будем разминать ножки и ручки. Где Оля? Поехали. Что делаем? Друзья, заходим в птичку, смотрите, что происходит. База ложится на коврик. Подъемы стоп на подвздошные косточки. Мы делали носочки флайера возле рук пальцев базы. Еле вела, да? Да. Ладошки подает флайер базе. Ну и флайер рассказывает, что должен флайер делать. Смотрите, флайеры. Вы не сгибаетесь в тазу. Вы ровненькие, как досточки. Вы очень-очень ровненькие, и тело напряжено. Мы как бы балансируем на ногах базы, и база нас как бы отталкивает. Задача базы – это принять на себя и оттолкнуть вверх. Мы делали такое. Мы такой фокус ровный, а база делает то, что должна делать база, вообще все культурно. Мы будем страховать. А кто пишет? Чё ты не тянешь? Здесь спинка очень напряженная. Часто происходит вот так. Ой, я не могу. Вот. Поэтому спинка напряженная, мы стоим как в планочке. Ну, помогаем себе руками. Если что, руки крепкие, ровные. Они не уходят вперед, они не уходят назад. Прости. А ручка перед собой. Вот. И также можно плавно сойти вниз. Это говорит о доверии. Надо сходить вниз, а проработаем наши ножки. Ручки крепкие.
Ой, даже ножки мы будем по-другому прорабатывать. Давайте, сделаем 4 этажа. Вот это? 4? Да. А на кого мне взять? Мне на пол? Я тоже писать. Вот поза ребенка. Я просто уже сказала. 4 этажа. Вот когда я не залезаю, так... Я снимаю. Не, я, наверное, сверху не залезу. Нос тебя выходит. Давай я. А 4 этаж как у вас будет? В 4 этажа только оно самое эффектное. В 3 этажа еще не так эффектно, и тем более люди не чувствуют, что нужно держать баланс. Погоди, дай. Блин, мне кажется, раздавлюсь. Давай. Так, ладошки вниз, обнимаем тех, кто вниз. Итак, 4 этаж, друзья. Давайте. Димочка, я не знаю, как тебе там. Как это сделать? Ну их сама же. Внимание человека. Главное фотографировать. Ребята, все. Ой. Какой бутербродик получился. Сэндвич. Гриб, таз назад. Назад еще раз. О, есть. Руки крепкие. Да, прогиб, это очень важно. Очень важно прогиб поясницы делать. О, животик. Ну да, внутрь. Да. Отлично. Итак, как ребята, кошка. Кто-то становится, становится Димки. На таз, не на поясницу, на таз, да. Поясница это будет капец. Держи за плечи. Плечи вот сюда. Вот тут идеально. Точно? Да. Идеально. Тоже прогиб поясницы. Здесь на четвереньке. Четвереньки. А как теперь залезть сюда? Да, как залазить? Сюда прям? Да. Давай. Вот это йога, я понимаю. Да. Четвереньки. Кроссовки. Да, на пояснице чуть ниже. Да. Чтобы они соскользнули. Друзья, только страхуйте, чтобы кто там будет лететь сверху, чтобы их ловили. Коленки вот чуть-чуть ниже. Да. Чтобы не на поясницу, а на... Ладошки вообще сюда можно. Олечка. Так, четвереньки вот здесь. Прогиб. Нормально поясница. Друзья, кто сюда? Я. Лучше, наверное, тебя сюда с прямыми, а сюда кого-то, например, Олечку можно. Класс. О, молодец. Ой, это самое тяжелое, мне кажется, вместе. Держи. А теперь только ты с прямыми ножками. О, Господи. Так, девчонки, страхните, пожалуйста. Держите, пожалуйста. Ой, спасибо. Потому что она так... Вы серьезно? Как мне туда залезть? Давай туда ножку. Дмитрий, ты можешь? Можно сюда. Дима, нормально? Дышишь? Ну, учитывая то, что бедренная кость способна выдержать тебя с мужчиной. Да, тебя держит. Как за дерево кататься. Ага. Мы попробовали. Блин, спасибо, здорово. Мы старались. Дмитрий, который смог. Да. А это расслабление. Мы друг другу сделали. Мы что? Так классно. Можно с этим человеком, за примером, послать через несколько месяцев, через полгода. Кайфушки.